И всем привет, с вами Росиксон. Сейчас подойду в кадр и расскажу о том, что делаю я сейчас. И это плюс-минус серьезно. Если у меня есть рубрика со 100 долларов, сам до доллара миллионера, то это такое, условно поиграться, изучить, научиться. А теперь об интересном моменте, как можно заработать. Вот. Сейчас в ретродропах практически никого нет, да? И как будто почему бы и не заходить тогда, когда все ректанулись, когда у всех какие-то проблемы. Кстати, можно узнать, почему у меня музыка перестала играть? А, на паузу поставилась. А я жду. Так вот, сейчас это конкретная идея, симбиотик. Но если вы еще умный, то вы можете сами посмотреть, какие еще есть рестейкинг-протоколы. Я расскажу, как я говорил уже о том, что сделал конкретно я. Ну, краткая информация про симбиотик для тех, кто вообще в танки и не шарит. В симбиотик инвестировали около 7 миллионов долларов. Фонд Paradigm и фонд Кайбер, Сайбер, что-то там. Это был, по-моему, первый раунд, то есть, скорее всего, будут еще раунды. И фонды крутые, они инвестировали в другие проекты, которые также распределялись дропами для своих пользователей. Окей, мы поняли, что нужно сделать, чтобы заработать. В симбиотике есть множество пулов, и можно закидывать как через сам симбиотик, как и через сторонние проекты. Сейчас это все разберем. Так вот, можно закинуть через сам симбиотик, напрямую через сайт, все ссылочки будут в описании. Реферальных ссылок, к сожалению, нет. То есть, например, с Бласта я заработал там более 1000 долларов, просто благодаря рефералам, то тут даже реферальной ссылки нет. Как бы странно, но ладно. Просто поделюсь с вами ссылкой без ревки. Мое лицо представили в данный момент. В симбиотике скоро закроются пулы, поэтому лучше сделать это как можно скорее. Каким образом в симбиотике работает? Там есть пулов 10, где есть разные эфиры. Там Binance эфир, еще какой-то эфир, еще какой-то эфир. И сейчас свободный пул это Coinbase эфир. Да? Что мы делаем? Мы туда закидываем эфиры. Если вам совсем лень, если у вас есть просто какой-то эфириум, который вы храните на кошельке, то вы можете сделать с одного мейн-аккаунта. Если вы чуть шарите в крипте, то как будто бы смарт закинуть по разным тирам кошельки. Например, 10 кошельков с 0.1 эфиром, а остальные кошельки с большим количеством эфира, да? То есть поиграться с этим. Опять же, об этом уже многие сказали, в том числе Ярослав, Салкэш, многие паблики, но сделало мало людей. Сейчас скажу, по каким причинам. Во-первых, это требует ликвидности, то есть денег, то есть эфириума на аккаунтах, а не у всех такое есть, опять же. И всего кошельков в симбиотике около 80 тысяч, может чуть меньше, может чуть больше, просто 80 тысяч. То есть там есть какие-то люди, которые закинули, например, по 1 доллару, да, в симбиотик. И симбиотик может сказать, а давайте мы просто раздадим всем наши токены, но тем, кто закинул от 100 долларов, например, да, там уже будет гораздо меньше, чем 80 тысяч человек, особенно учитывая, что, по-моему, там 10% человек закинуло эфиров, то есть 90% денег закинул 10%. То есть смарт поделать, то есть как я сделал лично. Я закинул с основного аккаунта в районе 2000 долларов, и еще с 20 аккаунтов по копейкам, где-то 100 долларов, где-то еще сколько-то. И если бы у меня было больше денег, я бы закинул больше. Теперь напрямую закинув симбиотик, мы разобрались, то, что свободен только один пул, он уже заполнен на 80%, и нужно быстрее бежать, закидывать эфиры, да, особенно если они у вас есть. Плюс у нас есть, у нас беспроигрышная стратегия, мы не сжигаем деньги на газ практически, особенно сейчас с Гвеем, я закидывал при Гвее 2, это вообще было бесплатно практически. Также, даже если симбиотик не раздаст, у нас есть такой моментик, что эфир вырастет, я лично в это верю, там, Ярик, Селкэш и другие в это верят, допустим, 10 кабаксов за эфир, как будто с кайфиком, да? Так вот, мы закинули симбиотик напрямую, вы там разобрались.
Допустим, у вас есть один эфириум, да, на кошельке. Вы 0,5 эфира закинули с одного кошеля, и там еще с двух, с трех кошелей по 0,1, да? Вот, например, так, сами разберетесь, там еще, допустим, 10 кошельков сделали просто по приколу, где вы закинули $10, да? В общем, вы там сами разбираетесь ваши бабки, да? Я сказал, как я сделал, один мейн и 20 разных кошельков. И то только потому, что я нищий, то есть было бы, как бы, больше денег, больше аккаунтов было бы, да? Окей, идем дальше. Теперь какие есть, как можно закинуть симбиотик другими путями? Смотрите, в симбиотике мы фармим поинты. То есть, допустим, закинули $2000, подержали там 2 недели, это 300 поинтов. А может есть в моменте как-то купить эти поинты, и да, такое имеется. Смотрите, также ссылка в описании будет на Pendle, там есть UTH токены. То есть мы покупаем токены, точнее поинты. Смотрите, как это происходит. Допустим, вы закинули 0,5 эфира, и вам дадут 300 поинтов. Эти 300 поинтов можно купить, скажем, за $30. То есть, смотрите, вы заходите на Pendle, закидываете $30, получаете 0,44 UTH, и вы получите поинтов, как будто вы бы закинули 0,5 эфира, но вы потратили на это $30. То есть вы в конце просто там, по-моему, в сентябре заканчивается, ваши деньги сгорят, но вы получите поинтов, как будто вы закинули 0,4 эфира. То есть я еще на каждом аккаунте где-то закинул $30, то есть это 0,5 эфира. Ну, 0,44, где-то $10, это чуть меньше, да? И таким образом мы фармим поинты и в симбиотик, и в Mellow. Напомню, что в Mellow, по данным видоса Ярослава Салкэша, вообще в районе 20 тысяч кошельков, то есть раздавать буквально некому. Что еще хотел добавить? Опять же, эту информацию я нашел у Ярика Салкэша, еще у других людей. То есть, опять же, допустим, Ярик Салкэш есть в моей папке каналов интересных, которыми наблюдаю я лично. Можете ее добавить себе в Telegram, как бы. Еще что, напишите лайк. Ладно, поставьте лайк, чтобы видос продвигался. Что еще вам сказать? Напишите какие-то вопросы в комментариях, ссылочки все будут в описании. Задавайте вопросы в моем чате. Лучше там задавать, чем под видосом, да? Подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я пишу о всех своих мувах, в том числе вот о симбиотике, буквально сразу же, как я сделал. И еще у меня там есть интересный челлендж, там со $100 до миллионера уже $350 есть. Всем спасибо. Вайп имеется, как говорится, работаем, делаем. Прям, ну, вайп свой. Вообще с кайфиком как будто. Мне интересно, там меня видно было, нет?